10 марта 2017 года. Наконец-то мы прибыли в Аунанг, который находится в провинции Краби. Переночевали одну ночь, сняли гостиницу Краби Forest Homestay. Мы сейчас находимся на пляже на Парад Бич, называется. Он, скажем так, чуть севернее пляжа Аунанг. Собираемся в морскую экскурсию на 4 острова. Вот такой вид открывается с пляжа на Парад. Вдали виднеются острова в виде скал. Очень красиво, очень необычно. Вот такой пляж. Говорят, что очень мелкое дно здесь. Береговая линия неплохая. Тем более рядом зеленые насаждения, различные деревья. Жара обещает быть очень знойной. Время без 15:09. Никто не купается. Стоянка лодок впереди. Куда-то разъезжаются лодки. Мы должны сейчас тоже, скорее всего, на одной из них, на скоростном боте, пойти, поплыть, посмотреть красивые острова.